жүлдесі е алтын түсуі мүмкін. Оған да үміттеніп отырайық. Мінекей ендеше Сиязбекке сәттілік тілей отырайық. Сен тұр мен атайын дейтін спортшылар барлығы айтып қой, жартылай финалда өте керемет өнер көрсетті барлығы. Тіпті әлем рекордта жаңара жаздады. Енді бүгін финалдық кезеңде аянып қалмайтын сөзсіз. Ну что, будем болеть за Далиева Сиязбека. Живет в городе Астана. Кстати, закончил он Евразийский национальный университет. Ну и является одним из главных, наверное, претендентов на медали. Ждем. Ну что, стартанули. Здесь есть китайские спортсмены. Гуо Юань Юванг. Четвертая, пятая, шестая дорожка. Но нас интересует восьмая, где Сиязбек начинает очень здорово. И буквально за 30 секунд мы с вами узнаем, кто станет обладателем золотых медалей. И сейчас, смотрите, смотрите, как движется по четвертой дорожке пловец из Китая. Это, по-моему, Джинчуа Гуо. Именно его она показывает. Мировой рекорд 30 секунд 60. И побил этот мировой рекорд Гуо. Ну вот, смотрите, китайские спортсмены забрали весь пьедестал почета. Первое, второе, третье место. А Сиязбек занимает, по-моему, седьмое место. Все-таки по другой дорожке Каэда Хината. Мне показалось, был восьмым. Ну и отстает наш спортсмен на 6 секунд ровно от победителя, которого нам показывают. Джин Джен Гуо выигрывает вторую золотую медаль для своей сборной. Подряд китайские пловцы очень здорово. Ну и поздравляем нас с финалом нашего Сиязбека Далиева. Очень-очень-очень сложные оппоненты были, но мы гордимся Сиязбеком Далиевым. Мы гордимся, конечно, его достижениями. Попасть в восьмерку сильнейших — это тоже дорогого стоит. Да, Сиязбек последний. Его триумф был на мировой серии Кубка мира в Сингапуре в этом году, в начале года, где он становился бронзовым призером. Также он становился бронзовым призером азиатских параигр Ханчжоу в Китае в прошлом году. Однако здесь китайские пловцы Джин Джен Гуо, Ею Юань, Ли Чао Ванг не оставили шансов другим спортсменам. Дасилва Деливейро четвертый, Эйго Танака пятый, Ярослав Семененко шестой, Сиязбек Далиев седьмой, ну и Каэда Хината, как я ранее говорил, занимает восьмое место, но в таких соревнованиях, как говорится, нет проигран. Это очень классно, да. Мировой рекорд Гуо Джин Дженг 30-28, 30-62 было в Токио. Также Тао Джен, китайский спортсмен, установил. Ну и сейчас, еще раз повторюсь, сборная Китая выигрывает 18-ю медаль. Именно в пароплавании 18-ю золотую медаль и уходит в отрыв от сборной Великобритании. Ранее именно у нас в плавании серебро выиграл Жумагали Нурдаулет. И благодаря этому серебру сборная Казахстана находится на 28-й позиции.